Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Пообщавшись в комментариях под ранее опубликованным видеороликом про нагрев кабелей, выбор сечения и номиналов автоматических выключателей, у меня появилась интересная мысль для продолжения данной темы. Дело в том, что автоматы с номиналом 25 ампер порой устанавливают, не заморачиваясь, не только на медные кабели с сечением жил 2,5 квадратных миллиметров, но даже и на алюминиевые провода аналогичного сечения. А эта ситуация еще более опасная и серьезная. И давайте мы это сейчас и проверим. В качестве примера я взял распространенный алюминиевый провод марки АППВ сечением 2,5 квадратных миллиметра. Или в простонародье лапша. Это, кстати, что ни на есть честное сечение жилы. Ранее, если уж и было указано сечение 2,5, то это и были фактически настоящие 2,5. Это сейчас сечение не имеет значения, так как все притягивают за уши амическое сопротивление жилы. Но сейчас не об этом. В общем, я все равно убедился в сечении данного провода, в сечении жил данного провода, выполнив элементарные измерения с помощью штангенциркуля. В общем, все сделаем аналогично, как в прошлом эксперименте. Вот я отмерил 2 метра нашего провода. И его концы друг с другом соединил с помощью обычной скрутки. Да, я знаю, что скрутки в чистом виде запрещены в ПУЭ. Тем не менее, для эксперимента это не играет никакой роли. А мы заодно и протестируем лишний раз чистую алюминиевую скрутку. Длительно допустимый ток для данного провода АППВ составляет, согласно ПУЭ таблице 1.3.5, 19 ампер при прокладке одного двухжильного провода в трубе. То есть, по сути, аналог прокладки скрытым способом по строительным конструкциям, лотках, штробе, гофре и тому подобное. На открытом же воздухе длительно допустимый ток данного провода будет и вовсе составлять 24 ампера. Но у нас сегодня условия помещения несколько изменились. И вместо 25 градусов, принятых по ПУЭ, в данный момент температура в помещении у нас составляет 28 градусов. Ну а теперь сымитируем ситуацию, когда на этой линии установлен современный модульный автомат, ну или диф-автомат с номинальным током 25 ампер. Вот у меня диф-автомат Decraft с номинальным током 25 ампер. Но при этом нагрузка в цепи не превышает его номинал. Кстати, при токе нагрузки 25 ампер, это получается на 31% больше, нежели длительно допустимый ток данного провода, то есть 19 ампер. Ну, при условии, что провод у нас проложен скрыто. Включаем автомат, наводим ток 25 ампер и поехали. Ну что, прошло 20 минут, ток у нас 25 ампер, еще раз напомню. Но опять-таки посмотрим с помощью тепловизора. Так, вот максимальная температура у нас на экране 65 градусов. Вот он наш провод. 67 вот есть максимальную показывает. 66, 68, а вот здесь на конце у нас температура начинает резко увеличиваться, причем очень сильно. Вот 135 градусов уже фиксирует тепловизор, это очень много. Посмотрим поближе. Вот такая у нас здесь получается красивая картинка. В общем, сама скруточка у нас, ну, 66-70 градусов, но вот здесь вот есть такое интересное место с температурой аж 138 градусов. Вот, прям в основании скрутки. А дальше опять температура уже уменьшается. То есть это вот где-то вот чуть ниже уже, здесь вот в основании, не сама главная скрутка, а вот именно вот здесь вот.
Интересно получается. Уже 147 градусов. Именно вот в основании скрутки. Видимо, здесь при разрезании провода на две половины, здесь получается тонкий слой, через который образуются некоторые соединения, и ток, часть тока протекает не через саму скрутку, а протекает через вот это основание. Но это очень много, уже вот 151 градус показывает прибор. В общем, эта ситуация со скруткой меня вела немножко в заблуждение. Я не знаю, как так получается, что... Я, кстати, эксперимент этот повторил. И ситуация у нас полностью повторилась. Вот, даже сделал немножко побольше. То есть, то же самое. У нас грелось, очень сильно нагревалось именно основание скрутки. Странно, конечно, вся скрутка выполнена плотно. Затягивал я хорошо. Пишите в комментариях свои предположения, почему выявился подобный эффект. Ну а я продолжаю дальше. Вместо скрутки я опять-таки решил попробовать клемму ВАГА. Это серия 2273, специально с пастой для алюминиевых проводников, сечением в том числе до 2,5 квадратных миллиметров. У нас же что получилось, что через 20 минут провод, алюминиевый провод нагрелся до температуры порядка 62-66 градусов Цельсия. То есть это практически предельно допустимая температура его нагрева. А теперь рассмотрим ситуацию, когда на этой линии имеется некоторый перегруз в пределах условного тока расцепления автомата, ну или диф-автомата, как в моем случае, с номиналом 25 ампер. Кто забыл, то напомню, что условный ток расцепления современного модульного автомата составляет 1,45 от номинального тока. То есть в моем случае это 35-36 ампер. И согласно его время токовой характеристике, при данном токе он должен отключиться в течение целого часа. Насколько долго не будет отключаться данный автомат, это покажет данное испытание. А вообще, как вы уже знаете из моих прошлых экспериментов, есть автоматы некоторых производителей, которые при данном токе не отключаются даже более чем одного часа. Что касаемо процентного соотношения, то это получается аж на 84% больше, чем длительно допустимый ток 19 ампер. Ну вот, навел 35 ампер, время пошло. Что по ощущениям? Ух ты, горячий-то какой. Ну, рука точно не терпит. Так, вот от автомата температура у нас 106 градусов. Вот уже дальше иду, 109 даже есть. Вот у нас 111 уже есть температура. Вот вдоль провода прям иду, 103, 100. Ну вот примерно вот такой вот разброс. 108 градусов сейчас. Кстати, только что отключился наш автомат. Вот только. 35 ампер, время 1353 секунды. То есть это чуть больше 20 минут. То есть максимальная температура порядка 109-111, ну возьмем 110 градусов в среднем. А теперь представьте себе, какая температура нагрева может достичь при прокладке данного провода не таким вот открытым способом, как сейчас вот он лежит на полу, а где-нибудь скрыто в строительных конструкциях, лотках, в гофре, каких-то каналах, шахтах, малопроветриваемых. То есть у него будет гораздо худшее охлаждение, и соответственно его температура может смело достичь 120-130 градусов, а может быть и того больше. Ну а соответственно такая высокая температура ни к чему хорошему не приведет.
у вас в достаточно скором времени эта изоляция оплавится, и в итоге произойдет короткое замыкание и прочие нехорошие последствия. То есть, думаю, здесь все очевидно. В принципе, на этом можно было бы и остановиться, но решил продолжить эксперименты и решил потестировать более жесткие условия эксплуатации данного провода. Дело в том, что частенько алюминиевые провода сечения 2,5 квадратных миллиметров используются в том числе при подключении вводных пакетников на квартиры в подъездных щитах. Об этом, скорее всего, я в ближайшее время сниму отдельное видео. Тем не менее, пакетники у нас стоят обычно на 63 ампера. После пакетников вот такой вот 2,5 алюминия идет на счетчик электрической энергии. После счетчика уходит на групповые автоматы, это все в подъездном щите. И дальше уже уходит на квартиру. Так вот, давайте сымитируем ситуацию током 63 ампера. Посмотрим, как вообще поведет себя данный провод. Заодно опять-таки испытаем клемму ВАГа. Время пошло. Пошел дым. Видите? Все, провод поплыл. 170 градусов. Все, отключаю. Вот так вот он оплавился весь. Все, уже начал плыть. А вместе соприкосновения с динрейкой вот получились вот такие вот оголенные участки. Здесь, на удивление, не особо и критично все. И еще забыл сказать, что при токе 60-63 ампера прошло время около 2 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если у вас есть предложения по каким-либо испытаниям, то, пожалуйста, предлагайте ваши варианты также в комментариях. Ну, на этом все. Я думаю, выводы здесь очевидны. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!